Всем доброго времени суток. Третий водоем в попытке сбежать от ноля. Ездили сегодня с ребятишками, вроде как пытались карасика поймать. Ни одной поклевки не видели. Сейчас решил, там в речке покидали, тоже поклевок нет. Сейчас решил прийти сюда, на эту речку. Может, здесь что-нибудь у нас нарисуется. Но основная цель — это проверить, ушла вода, не ушла. Можно уже ходить нормально ловить или нельзя. Тут тоже что-то. Раз пять уже закинул. Ни тычочка. Посмотрим сейчас, если что, дальше пойду. Погодка, красота. Клюй да клюй. Не хотят. Во. Есть поклевка. Не знаю, видно, нет. Это пискарь. Ну, хоть поклевочку увидел, уже проще. Сейчас пойдем туда пониже по течению. Там посмотрим, что у нас есть. Опа! Ничего себе, я кого поймал. Это супер окунь. Надо сфотать такого. Потому что никто не поверит. Ну, от ноля хоть ушел. Таким монстром-то. Ну, беги, красотун. Ну, здесь поклевка-то такая ядреная. Прям как будто правда рыба. Прям аж чуть спиннинг из рук не выдернул. Ну, по вершинке, по титановой, здорово отслеживается. То есть гнет прям в дугу сразу при малейшей поклевке. Ага. О, кого поймал. И скорее еще. О, какой. Тоже поклевка по кончику спиннинга. Ага. О. Клетки. Обманул. Ну, здесь хоть повеселее уже. Все хоть как-то. А то там, говорю, 2 часа просидели. Ни тычка. В 3 удочки. Вообще что-то тоскливо. Здесь хоть что-то уже. Хоть какие-то поклевочки. О. Так, ладно, проверили. Рыб в речке живой. Можно пойти подальше. Может, там плотвички или карасики какие-нибудь нарисуются. О. Кто-то теребит. О, какой песконяра. О, какой жирненький. Здесь поклевка прям такая с подтяжкой, как у путевого рыба. Так, все, крайний заброс, иду дальше. Может, все-таки удастся какую-нибудь карасишку изловить.
Не плотвичку какую-нибудь. Сегодня тепло, хорошо. Это у нас погода, тут температура прыгает. Сегодня 20, завтра 0. Плетенка обмерзает. На следующий день раз, опять 20. Какая же тут к черту рыба? Она как шальная. О. Так. Ага. Убежал. Смотри, что, а. Не, это не песка, не пескаринные поклевки. Это кто-то другой. Похож на карася. Тут еще, смотри, что делает, а. Это обманщик. Так, ладно, идем дальше. Женька, что, клюет там? Клюет? А? Я ж восьмую поймал. Мне некогда на бобров смотреть, я рыбу ловлю. А? Я заснял рыбу. У него харя большая, он в объектив не влазит. Он там частенько влазит. Окунек один. Такой вообще спалец. Что-то нету окуня. Что, всех карасей выловил. Так, что-то давненько я мормышек не отрывал. Ну там эти плотички клюют и уклейка. Ну, вот такая вот. Идти там подрываться маленько. Щука она. Да, а то он гоняет. Я в прошлом году вот тут вот. Там с того берега. Щучка, окунь такой. Ничего. Добалделся. А вот это
красные шары, это что за хуйня? Плотва. Плотвишка? Ага. Ты чё? У меня клёв попёр. У меня клёв попёр. Это, говорю, прям в лед клюнуло. Ну, сейчас уже май месяц. Все равно должно потеплеть. О, о. Кто-то пытается клевать. Кто-то пытается клевать. Ну, давай. Осторожная поклевочка. Ага. Опа-на, кто это у нас тут? Кто, кто? Елец. Кто же еще? Тебя хоть сфоткать, что ли? Ради разнообразия. Опа. Беги. Молодец. А поклевочка еле-еле. Вот только по кончику отследил. Ну-ка, может, еще разочек туда. Нет, такого ельцового удара не было. Прям вот кончик чуть-чуть, не знаю, видно было, нет. Тын-тын. Как на зимнюю удочку. Тут такая придержка сначала вроде как за что-то зацеп. А потом начинает теребить. Ладно. Крайний раз перевязываюсь. Пойду там покидаю. Мормышек уже немерено поотрывал. Сейчас пока не пристреляешься, где какая коряга лежит. Только улетают, как перелетные птицы. Попробуем здесь еще несколько забросиков сделать. Посмотрим, что получится. Это, наверное, поздно уже. Пора и домой собираться. Мормышечку полегче поставил, где-то 0,3 грамма, наверное. Овсинку, чтобы не сильно тонуло быстро. Ага, ага. Кто-то придерживает. Но жует, жует, жует. Доживался. Это у нас плотвичка. Такое ощущение, как вот поклевка, как за траву. Зацепилась. И все. И стоит колом. А потом начинает раскачивать помаленьку. Где крупняк? Крыспа. Крыс лазит.
поддержечка какая-то. Долго тут плавать будешь? Будь отсюда, блин. Морда всю рыбу мне распугала. Пофиг. Как не ей говорится. Почему крысы наглые такие пошли? А как там у бережка? Там у нас, может, кто-нибудь сидит. Окуня-то нету. Куда делся? Еще кто-то плывет. Попер, попер. Какая тут рыба будет? Иди отсюда! Морда! Гад! Всех карасей мне распугал! Ну что, борзели? Плавают тут как все дома, блин! Туда-сюда носятся, всю рыбу пугают. Ладно, хватит. Поплавочников обловил. Мормышенка рулит. От нуля вообще классно убежал. Так, ладно, сейчас еще один муточек соскочу. И домой. Пора и честь знать. Что можно сказать, подводя итоги сегодняшней рыбалки? Несмотря на не очень активную рыбку, все же удалось половить. Ну, в основном бель. Окуня где-то нету. Там повыше ловил там пескари. Здесь елец, плотва, уклеечка, бобры. Всякие там крысы. Ну, тем не менее, мормышенка рулит. Обловил всех поплавочников. Ну что, на этом, пожалуй, всем пока.